Всем привет, бонжур, хеллоу. Праздники наступают, и мы зовем вас в волшебную сказку. Сейчас я тебе покажу самое волшебное место в Монреале. Не бойся. Главные волшебства проходят на улице, ведь народные гуляния никто не отменял. В этом году нет городской елки на Плас-де-Зар, зато есть отличные развлечения и вот такой бигвам в старом порту, где можно посидеть на пеньке и понюхать елки. Когда идете по Плас-де-Зар, слышите ор? Это установили новый аттракцион «Люминотерапия». Кого переполняют эмоции, можно пойти поорать. Чем громче орешь, тем выше растет твоя фигура. Кричать нужно сильно, вот так. Еще мы, конечно, хотели рассказать вам о рождественском баре, который открывается только раз в году. Но мы туда просто не смогли попасть, он был переполнен оленями, эльфами, сантами, просто не было шансов туда зайти. Но хотелось с вами поделиться, это очень интересное место, не пропустите в следующем году. Концепт пошел из Нью-Йорка, эфемерный бар, все в рождественской тематике. Что бы я делал на место Санты? А ты себя хорошо вела? Конечно. Ну и что у тебя нового? Какие новости? Вот смотри, мы не поленились и написали письмо Санте до 12 декабря. И даже получили ответ. И что пишет? Вот, читай. Письмо настоящее, самое что ни на есть волшебное. О-хо-хо, здравствуй, Ольга. Мы были очень счастливы получить твое письмо. Я даже хочу поделиться с тобой новостью по поводу Северного полюса. Все олени в порядке, все себя хорошо чувствуют. Мне бабушка Крисмас помогает. Так что вези себя хорошо и делись счастьем со всеми твоими близкими. Хо-хо-хо! Бабушка Крисмас! Оль, а ты знаешь, что делать, что тебе никогда во сне не приходил злой Санта? Носи бабушкин свитер. Он особенно с оленями помогает. Модный флешмоб страшных рождественских свитеров начался еще в 80-е, но до Канады дошло только 8 лет назад. А что, оказывается, бескусица с оленями и снежинками тоже может быть модной. Да, у тебя даже котик делал занят. Да, Ольга, это, конечно, неплохо, но не хватает безвкусности. Дайте нам 20 секунд, и мы вам устроим ugly sweater. И чем страшнее, тем моднее. Ugly Christmas sweater. Go wrap the presents, put them under the tree. Pour me some eggnog and I'll bake the cookies. Sitting by the fire, keep the cold outside, oh yeah. You know what I want, put your ugly Christmas sweater on. О, вот такие свитера вам на счастье в новом году. Не все обязаны быть красивы, но все обязаны быть счастливы. Чего мы вам и желаем. Вам же уже 100 раз Facebook сказал, что счастье не в деньгах. Поверьте хоть нам, Микки Маусом. Мы же самые позитивные мыши. Это был тяжелый год. Было тяжелее, чем то.